2015 году в городе Видное было благоустроено 27 дворовых территорий. В 2016 году планируется благоустроить еще 39. На официальном сайте администрации района и в социальных сетях в ближайшее время будут опубликованы схемы благоустройства. Всех жителей города Видное приглашают принять участие в обсуждении проекта благоустройства дворовых территорий. Свои предложения можно направлять по адресу semenov.dm.y@yandex.ru. Девятого ноября в соответствии с утвержденным графиком по адресу город Видное, улица Школьная, дом 77, с 10 до 13 часов будет вести прием граждан представитель Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области. Восьмого ноября баскетбольный клуб «Спарта» и компания на домашнем паркете сыграет против ногинского «Спартака» в российской премьер-лиге. Перед началом встречи состоится торжественная церемония, посвященная десятилетию клуба и старту нового баскетбольного сезона. Приглашаются все желающие на трибуны Дворца спорта «Видное». Начало в 13:30, вход бесплатный. В большом перерыве розыгрыш ценных призов и фирменные клубные атрибутики. Продолжается льготная подписка на газету «Видновские вести». Всего 626 рублей 16 копеек. И целый год вы будете в курсе событий, происходящих в районе. Льготная подписка проводится по адресу город Видное, проспект Ленинского комсомола, дом 6А. Обращаем ваше внимание, что подписку на первое полугодие 2016 года можно оформить в любом отделении почты, но стоимость будет значительно выше.